Tavad Brahmukatha Mukti Padabim Tavad Natikti Bhavit Tavad Chapi Visinkhala Tamayate Naloko Veda Stitihi Tavad Sastavidam Mitaha Kalakala Nana Bahi Bhatmasu Sri Chaitanya Padambuja Priyajana Javad Na Diggacharaha Tavad Brahmukatha Mukti Padabim Tavad Natikti Bhavit Tavad Chapi Visinkhala Tamayate Naloko Veda Stitihi Tavat Sastravidam Mitaha Kalakala Nana Bahir Vatmasu Sri Chaitanya Padambuja Priyajana Yavad Nadigacharaha Gaudiya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Gaudiya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагат Гуру сказал Artho Nibriti is not our final goal. Нашей целью не является Artha Nibriti. Мы считаем анартха ниврити своей конечной целью, и это неправильно. Шрила Прабхупада сказал, что анартха ниврити не является нашей конечной целью. После анартха ниврити необходимо артха праврити. Артха ниврити означает с корнем вырвать анартхи из своего сердца. И, конечно же, это не является нашей конечной целью. Прабхупад объясняет, что после анартха ниврити должно произойти артхаправритти. Необходимо взрастить в себе желание совершать баджан. То есть, другими словами, артхаправритти означает обрести Кришна Бхакти, любовь к Кришне. Без нее наш баджан не будет совершенным. Кто является чистым преданным, а кто нет? Весь мир находится в замешательстве, поскольку наш век — век противоречий. По телевизору нам пропагандируют важность необходимых каких-то вещей, заставляя тем самым покупать это, внушая, что нам это необходимо. Но это не является необходимым для нас. И точно так же люди нашего века не понимают, кому следовать, как следовать, для чего следовать. Люди сбиты с толку. И они не способны узнать чистого преданного. Именно поэтому весь мир в огромном замешательстве. Поэтому везде кризисы в политике, в образовании, в баджане, по всему миру. Как понять, что есть подлинный баджан, кому следовать? Это очень серьезный вопрос. Ведь мы не можем идти на риски, мы не можем позволить себе рисковать.
И не можем позволить себе лишиться баджана из-за неправильного выбора. Я много раз говорил, что сампрадая ништха и гуру ништха самое главное, являются самыми главными факторами. Без них нельзя назвать, если не будет их, нельзя преданного назвать подлинным саду. Лишь тот, кто говорит об абсолютной истине, абсолютным образом, находясь на абсолютной платформе, является вайшнавом высшего уровня. Именно на это мы должны обращать внимание. В собрании в Наймишаране было огромное количество саду. Огромное количество саду собрались также в Шукартале. И каждый из них обладал выдающимися качествами. Парикшит Махарадж хотел найти ответ на вопрос, как обрести высшее благо. Риши и Муни давали различные наставления, советы. Один риши говорил одно, другой — другое, а третий — третье. Парикшит Махарадж был преданным. Он родился в семье вайшнавов, в семье панчапандавов. Кунти Деви является вайшнавом. Драупади. Поэтому он думал, что же делать. Каждый советует разные процессы духовной практики. Парикшит Махарадж полностью положился на Господа и был готов принять все, что чтобы не послал ему Господь. И в это время, между тем, пришел Шукадев Госвами. Парикшит Махарадж стал задавать вопросы, и Шукадев Госвами стал говорить абсолютную истину. Среди преданных также много неправильных пониманий, ошибочных представлений. Кто был готов следовать Гаур Кишордас Бабаджи Махараджу? Ему не нужна была ни слава, ни пратиштха. Он просто сидел на берегу Ганги и воспевал святые имена, но никто не мог понять его возвышенного положения. В то время сахаджи, так называемые бабаджи, разрушали своей так называемой проповедью весь мир. Но Гаур Кишордас Бабаджи Махарадж говорил подлинную харикатху в то же самое время. Все бы, что бы он ни говорил, является высшей сиддхантой. Именно поэтому мы
называем его Парамахамса Ачарья Варья. Казалось бы, почему ему присвоен этот титул? Ведь он не проповедовал широко. Почему его называют Ачарьей? Мы не говорим только Парамахамса. Потому что в действительности он был проповедником первого класса. Казалось бы, почему так? Ведь он широко не проповедовал. Он проповедовал своим собственным примером, своим ачаранам. Ачараны есть проповедь, это лучшая проповедь. Прабхупад говорил, что если преданный установился в следовании читания Маха, то есть твердо следует читанию Махапрабху, он является лучшим проповедником. Шрила Сачидананда Бхактивинода Такур начал выражать свою тревогу о ситуации, которая надвигалась на этот мир. Он говорил о том, что много так называемых преданных начали свою проповедь. Но они сами, они не понимают, что есть подлинное учение читания Махапрабху. И своей проповедью они погружают в полное неведение, сбивают с толку весь мир. Они не только разрушают себя, они разрушают весь мир. Это очень тонкий и важный момент, о котором нехорошо говорить открыто. Необходимо развить в себе понимание, чувствительность, потому что в действительности не обо всем можно говорить открыто. Какие-то вещи необходимо просто осознать, понять. Мы должны гордиться нашей Гуру-Варгой, таким представителем ее, как Шрила Сридхар Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Ракшак Сридхар Госвами Махарадж. Я могу предоставить бесчисленные документы, потому что Шрила Сридхар Госвами Махарадж когда кто-то следовал Джулан Ятре, устраивал Джулан Ятру, Шрила Сридхар Госвами Махарадж говорил, что в действительности мы не способны провести ее. Он в точности следовал наставлениям Шрилы Прабхупады. Не осталось ни единого вопроса, который не раскрыл бы Шрила Сридхар Госвами Махарадж. Он дал в совершенстве объяснение всех аспектов Сиддханты в соответствии с наставлениями Шрилы Прабхупады. Я думаю, что по сей день вы не понимаете, что я хочу сказать, и воспринимаете меня как врага.
depend upon how accurately he is going to represent his sampradaya. Насколько возвышен саду, зависит от того, насколько точно он следует наставлениям нашей Гуру Варги. Те, кто занимает ведущие посты в нашей парампаре, нашей Гуру Варги, кто занимает пост Ачарьи, должны в точности следовать учению Бхактивинода Такура и Прабхупады. Но мы, как правило, не обращаем на это внимания. Весь мир сосредоточен абсолютно на других вещах, которые менее важны, а может быть, даже совсем не важны. Но мы именно на это обращаем внимание. Но это нет смысла, это совершенно не важно. Но мы воспринимаем это как главенствующий фактор. Но что поделать, как изменить это? Итак, Шрила Сиддхарта Госвами Махарадж был возвышеннейшим представителем Гаудия Вайшнавизма, Гаудия Матха. Чайтанья Матха. Это сказал не я, а Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад. Он очень часто говорил, что Шридхар Махарадж лучший проповедник Гауди Матха. Он не может совершить ни единой ошибки. Ни в ачаране, ни в поведении, ни в сиддханте. Очень часто Прабхупад говорил это. Я бы хотел многое сказать о Шриле Сиддхарте Госвами Махарадже, потому что обогование главное, на что мы должны обратить внимание, это на наставление Ачарьи. Это и будет истинным прославлением Шрилы Сиддхарты Госвами Махараджа, Вайшнава. Этому мы научились в нашей Гуру Варге, потому что мы должны говорить о наставлениях, о Вани Сварупа Вайшнава. Поскольку если существуют какие-то неточности в Вани Сварупе Вайшнава, преданного Ачарьи, мы не должны следовать ему. Потому что совершенные сиддханты мы от него уже получить не сможем. Парампуджапад Кешава Госвами Махарадж часто говорил, что мы настолько глупы, что хотим получить то, чего нет в определенном источнике. То есть там этого нет, но туда толпами идут люди в надежде это обрести. How we can
Дай мне бхакти, дай мне бхакти. Вешаем гирлянды на ачарью. Но если там нет бхакти, как он может дать нам его? Это главная проблема нашего времени. Я думаю, что одной сиддханты, одного наставления более чем достаточно. Для того, кто хочет совершать подлинное служение. Гуракшодас Бабаджи Парампаджи Патмадава Госвами Махарадж говорит, один его старший духовный брат сказал: «Прабхупад очень любит тебя, пожалуйста, скажи Прабхупаде, что он поручил вот определенному преданному совершать такое-то служение, но тот ничего не сделал». И наш Хайгрива Брамачари обратился к Прабхупаде. Прабхупад, могу я вам кое-что сказать? Вы поручили тому преданному такое-то служение, но ничего не сделал совершенно. Тогда Прабхупад очень строго сказал: «Зачем ты ожидаешь, что другие будут совершать служение? Все служение твое, вся гуру сева твоя. Так почему ты хочешь, чтобы он совершал служение? Он может делать, а может нет». Когда мы смотрим на своего ребенка, естественно, мы делаем все необходимое для него. Она не ждет, когда другие скажут ей заботиться о ребенке. Мать не ждет, когда другие скажут ей заботиться о своем ребенке. И подлинный гуру севак осознает, что все, что ответственность за гуру севу лежит полностью, исключительно только на нем. Даже совершив огромное количество служения, он считает, что совершил ровным счетом ничего. Чем больше служения мы совершаем, тем больше желания совершать его вновь у нас появляется. Однажды наш Рамананда Прабху Сидхар Госвами Махарадж подумал, что совершил огромное оскорбление, страшное оскорбление. Во время установления божеств в Сарабхоге, я был там всего однажды,
Я был поражен. Там останавливался Прабхупад. Крошечная комната, очень скромные условия. Что ж говорить, Прабхупад ездил в обычном поезде на электричках. Сам ездил на электричках. Прабхупад позвал Рамананда Прабху и сказал ему подготовить все и затем позвать его, чтобы он завершил церемонию. Шрила Рамананда Прабху старался сделать все лучшим образом. До Абхишеки божество омывают. Эта процессия называется Амангала Дурикаран, то есть очищение. И когда все омыто, божество украшают и все приготавливают к Абхишеке. Когда все было подготовлено, Прабхупаду пригласили. И Рамананда Прабху, Шридхар Госвами Махарадж, украсил божество гирляндой. Когда Прабхупад зашел в алтарное, он увидел, уже божество установлено, что мне тут еще делать? Когда Прабхупад сказал это, Рамананда Прабху был поражен, он очень испугался и начал думать, что он совершил страшное оскорбление. Он не смел даже подойти к Прабхупаде. Ночью он рыдал и подошел к Прабхупаде, сказал, и сегодня я совершил ужасную ошибку. Я совершил апарадху вашим лотосным стопам. Я никогда даже не помышлял об этом. Я не знаю, почему я сделал это. Это было вашим служением. Пожалуйста, простите меня. Если вы не простите, я умру. Тогда Прабхупад сказал, постарайтесь запомнить сиддханту, которая заложена в этой истории. Итак, он сказал, тот, кто полностью предался, не может совершить апарадху. Посмотрите, Прабхупад не сказал, ты апарадху не совершил. Он не сказал напрямую, он сказал, тот, кто полностью предался, не может совершить апарадху. Поэтому не плачь. Я сам по себе знаю, что когда я служил Гуру Махараджу ночью, служения не было, а я просто дежурил в его комнате, когда он шел в уборную, я сопровождал его. Но часто случалось так, поскольку Гуру Махарадж, то есть я рядом находился, и получалось так, что совершенно случайно, то есть что я касался стопой Гуру Махараджа. И Гуру Махарадж говорил, нет никаких проблем. Итак, Прабхупад говорил, что тот, кто предался, Бхагаван не принимает никаких оскорблений от них.
Но предание настолько глубокая вещь, что ее невозможно описать словами. Это вопрос осознания. Ее можно понять лишь осознав. Никакого языка не будет достаточно, чтобы выразить, что есть предание. Как я уже говорил, проповедь не является независимой, не может быть независимой. Если ваша проповедь независима, она не является проповедью. Я хочу попросить вас. Попробуйте найти во всем мире того, кто осознал эту сиддханту. Тот, кто осознал, что проповедовать можно исключительно, находясь в связи с Гуру Варгой. Каждое наставление Шрилы Прабхупады своего рода эволюция. И не осознав его наставления, невозможно совершить прогресс в своем баджане. Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакур сказал, что тот, кто полностью погружен в материальные вещи, не воспримут проповеди, не обратят внимания на наставления саду. Сегодня в обед я уже говорил о том, что если не возникает вопросов, это значит, что ваша харикатха не... То есть вы не слушаете харикатху правильно, должным образом. Хватит наслаждаться, хватит... То есть вот это осознание, когда мы почувствуем, что достаточно, с меня хватит, хватит наслаждаться материальным миром, когда возникнут вопросы, это говорит о том, что процесс слушания приносит свои плоды. Но если вы будете говорить харикатху перед теми, кто сосредоточен на материальных наслаждениях, во-первых, они не услышат вас, ваших наставлений, вашей харикатхи, а во-вторых, вы лишитесь своей энергии, силы. Но если вы будете повторять Харинам и прославлять Бхагавана, Харинам, если вы будете говорить о бесконечной славе Харинам Прабху, то есть сами на собственном примере станете прославлять Харинам Прабху, постоянно воспевая при этом, как это было в случае с Харидас Такором. Он не рассказывал, не говорил никакой харикатхи. Он не говорил харикатхи. Он не говорил харикатху перед Лакшахирой, не рассказывал ей харикатху. Он лишь воспевал святое имя.
И это воспевание оставило огромный след на сердце Лакшахера, изменив его. В жизни Шридхар Госвами Махараджа не было ни единой ошибки, ни единого недостатка. Не было у Шрилы Махараджа. Но находятся те, кто критикует его. В читании Матхи прекратили воспевать Прабхупада Ставу, потому что ее написал Шридхар Госвами Махарадж. Уже долгое время назад я жил в Чайтанья Матхе и говорил там Харикатху. В собрании тысячи преданных я был очень удачлив. Говорить там Харикатху. Перед Самадхи Шрилы Прабхупады я был настолько удачлив, что говорил Харикатху там, и сейчас я думаю, как это мне посчастливилось. Но суть в том, что я говорил абсолютную истину, которую не могли принять присутствующие. И по этой причине мне пришлось отправиться во Вриндаван и совершать свою духовную практику там. И по сей день многие общества преданных не воспевают этот киртан, ставу. Почему? Это зависть? Что это? Одно я могу сказать точно, что если вы хотите встретиться с Прабхупадой сегодня, и вы должны воспевать эту ставу. Я с уверенностью заявляю этот факт. Хоть Прабхупад и покинул этот мир, если вы хотите встретиться с ним, вы должны воспевать этот киртан. Нужно осознать эту шлоку. Каждое слово в ней указывает на Вани Сварупу Прабхупады. Это такое написать невозможно. Кто мог сделать подобное? Вся Вани Сварупа описана Шридхар Госвами Махараджем так, что читая это произведение, я напрямую получаю даршан Прабхупады. Из-за зависти в нашем обществе возникло так много проблем. Великие вайшнавы покинули этот мир, и мы знаем очень много о возвышеннейших преданных, которые предпочитают хранить молчание. К примеру, Шрила Санта Госвами Махарадж, Шрила Бхактивалла Тиртха Госвами Махарадж, Бхактивиданта Вамана Госвами Махарадж. Все они хранили молчание в последние годы присутствия в этом мире. Когда никто не хочет слушать, они просто хранили молчание, предпочли просто молчать. И сейчас
Кто укажет на наши недостатки, на наши ошибки, на наше падение? Кто предостережет нас от этого? Я плачу по обществу великих вайшнавов. Я плачу по тем великим вайшнавам, с которыми мне посчастливилось встретиться. Порой я испытываю глубочайшую боль в разлуке с ними. Шридхар Госвами Махарадж, Парампаджипат Мадхава Госвами Махарадж за всю свою жизнь не совершили ни единой ошибки. А если вы... Но из-за зависти находятся те, кто критикует их. Находятся те, кто критикует их из-за своей зависти. Прежде чем покинуть этот мир, Прабхупад говорил, все вы сжигаете свою удачу. Я наблюдаю это. У вас была редчайшая возможность, но из-за политики, желания денег, славы, почета вы сожгли свою удачу, этот золотой шанс. Мы настолько удачливы, но бежим за испражнениями, за лабхой пуджей и пратиштхой. По сей день я не популярен по всему миру. Если бы я бежал за ними, если бы я стремился, если бы я шел на компромиссы, я легко мог бы прославиться. Но я считаю, что все это не что иное, как испражнение. Все, что я хочу, лишь защищать и сохранять Шраутавани, наставление нашей Гуру Варги, Шрила Шридхара Госвами Махарадж, в том числе. Шрила Шридхара Госвами Махарадж написал одно произведение, которое поразительно. Я по сей день поражаюсь ему. Как-то было возможно написать подобное. К примеру, Шрила Кешава Госвами Махарадж был необычайно талантлив в изложении Веданты. Он сдувал проповедников Майвады как пылинки. А мы осмеливаемся критиковать таких личностей, критиковать его. Шридхар Госвами Махарадж, наш возлюбленный Гурудев, до последних своих дней не останавливался, не прекращал говорить Харикатху. За год, за 6 месяцев до ухода из этого мира он целыми днями говорил Харикатху. Шридхар Госвами Махарадж начинал Харинам с 2 часов. Затем мы присоединялись к нему. И сразу после арати он начинал говорить Харикатху. Наш Гуру Махарадж ночью, то есть в 3 часа повторял Харинам, и во время Харинама он созерцал арати, то есть он не ходил на арати. А потом мы все шли к нему и предложили поклоны. А Шридхар Госвами Махарадж говорил Харикатху сразу же после арати, особенно для западных преданных. Его очень любили, западные преданные очень любили его. После того, как этот мир оставил великие ачарьи, их духовный учитель, они не знали, куда им идти. И поэтому они пришли к Шрила Шридхар Госвами Махараджу, несмотря на то, что он не стремился заводить учеников. That he is sitting in one chair and is preaching all over the world.
Посмотрите, как поразительно. Он сидел в одном месте, то есть сидел на стуле, и на одном и том же стуле, и проповедовал по всему миру. Шри Прабхупада хотел послать Шри Сидхартха Госвами Махараджа в западные страны на проповедь, но спустя какое-то время он передумал. Итак, Шри Сидхартха Госвами Махарадж не поехал. Но спустя долгое время, после того, как Прабхупад уже покинул этот мир, Шри Сидхартха Госвами Махарадж сказал, мой Гуру Махарадж хотел послать меня на проповедь в западные страны, но тогда этого не случилось. Может быть, по этой причине он устроил так, что теперь я проповедую западным преданным, находясь в одном месте. Благодаря его ачарану он мог делать это. Итак, Сидхартха Госвами Махарадж был единственный, кто достиг такого успеха в проповеди, пребывая в одном месте. Сразу после арати, ранним утром, когда птички щебетали, он начинал харикатху. Еще до восхода солнца. Такая замечательная атмосфера была там. Нам сложно представить. Сидхартха Госвами Махарадж закрывал свои глаза, сидел на своем стуле с четками в руках, полузакрыв глаза, рассказывал харикатху. И целый день так это продолжалось. Потом, вот он говорил, с утра, потом после девяти, потом в обед, потом после обеда. Люди приходили беспрерывно, потоком шли к нему, а он говорил харикатху. Многие представители нашей Гуру Варги считали, что он не отличен от Прабхупады. Мой Гуру Махарадж и многие возвышеннейшие преданные, мой Парамахамса Гурупад Падма присоединился к Гаудия Матху за долгое время до прихода Сидхартха Госвами Махараджа. Но Гурупад Падма выражал огромное почтение Сидхартха Госвами Махараджа. Это признак чистого преданного. Сидхартха Госвами Махарадж безустанно говорил харикатху целый день. Он давал ответы на различнейшие вопросы преданных. Перед тем, как оставить этот мир, он громко повторял Харинам, так будто бы он, рыдая, взывает к помощи Прабхупады Гор Нитьянанды. У нас есть записи его Харинама. Он плакал. Гор Нитай. Спасите меня, Гор Нитай. Все записано. Целыми днями он молил молил их о помощи. Мой Гурупад Падма обладал глубочайшей любовью к нему.
can speak. Because the heart of Guru Maharaj is so heavy. Ну как я могу описать его любовь? Гуру Махарадж проповедовал вместе с Мадхва Госвами Махараджем, и после ухода Мадхва Госвами Махараджа Гуру Махарадж совершал Вани Севу, то есть писал Шрила Бхакти Гамбарати Госвами Махарадж, Бхакти Валабхатиртха Госвами Махарадж, жили вместе с ним. Однажды, вернувшись с проповеди, он ездил на машине, по Навадвипе. Шрила Гуру Махарадж ехал по Навадвипе, и когда проехали мост, Гуру Махарадж начал плакать: «Пожалуйста, высадите меня здесь, высадите меня здесь». И он стал просить, преданные стали говорить: «Махарадж, вы уже в преклонном возрасте, как вы тут пойдете один?» Вы уже так издалека приехали, до этого он ехал на поезде. Поедемте в Матх, вы отдохнете там, а потом поедете куда захотите. Но Гуру Махарадж говорил: «Нет, нет, пожалуйста, высадите меня, у меня в сердце какое-то предчувствие, какая-то проблема надвигается. Мне кажется, что Сиддхартха Госвами Махарадж не останется здесь надолго. Высадите меня, высадите меня». И вместе с багажом, то есть Гуру Махарадж вышел из машины с всем багажом и очень медленно-медленно пошел в Матх Сиддхартха Госвами Махараджа. И перед его баджан кутиром начал плакать. И говорит: «Сиддхартха Госвами Махарадж, вы хотите покинуть нас? Хотите оставить нас? Хотите оставить нас здесь одних? Пожалуйста, не делайте этого». Вот что значит вайшнав. Если вы хотя бы раз в жизни видели подлинного вайшнава, никто не сможет обмануть вас. А если этого не произошло, то вы до сих пор испытываете проблему. Но Харикатха также может помочь вам узнать чистого преданного, не быть обманутым. Я хотел сказать очень многое. Сегодняшняя дата очень важна. Сегодняшний день. Эти титхи. В эти титхи Шрила Махарадж покинул этот мир. Наш Гуру Махарадж, наша Гуру Варга считали, что Сиддхартха Госвами Махарадж не отличен от Прабхупады. А мой Гуру Махарадж обладал глубочайшей любовью к нему. Мы очень... Мы испытываем глубокую печаль в разлуке с Шрила Махараджем. В этот день он покинул этот мир. Тем не менее, он оставил Сиддханта Вичар для нас. Несмотря на возвышеннейшую проповедь Сиддхартхи, безупречную проповедь Сиддхартхи Госвами Махараджа, находятся те, кто критикует его. Они даже близко не понимают наставления Шрилы Махараджа, тем не менее заявляют, что кто он такой, чтобы критиковать моего Гуру Махараджа. Пожалуйста, Бхагаван, не давай мне ни денег, ни людей, потому что все это заставит меня возгордиться.
тавад брахма катха мукти падави тавад на тикти бхаве тавад чапи висинкала тамайте на лока веда ситхи. This loka I want to explain, but now I can speak something. Я хотел сегодня объяснить эту шлоку. Завтра я буду объяснять более подробно, а сегодня я лишь прикоснусь к тому, что сказал Бхактивинода Тхакур и Прабхупад. Сегодня Адхивас-ститхи Пурушоттама-врата. А Пурушоттама-врата более важна, чем даже Картика-врата. И мы очень удачливы, что у нас есть возможность следовать ей. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что чистые преданные всегда стремятся совершать нама-санкиртану и говорить харикатху. Несмотря на то, что есть 64 вида преданного служения, возвышенные парамахамса преданные не проявляют особого интереса к остальным видам преданного служения. Конечно, они не отрицают их. Тем не менее, в особенности они склонны к харикатхе и воспитанию святого имени. Итак, как же соблюдать Пурушоттама-врату? Бхактивинода Тхакур объясняет. Все зависит от вашей природы. То, какие самскары вы развили, совершая баджан на сегодняшний момент. Если вы достигли совершенства, вам не о чем переживать. Просто совершайте нама-санкиртану и говорите харикатху. Если вы еще не достигли такого уровня, вы должны следовать всем правилам и предписаниям в точности. Следовать наставлениям Гуру Варги, которые они давали в отношении Пурушоттама-враты. В Брихат Нарадия Пуране приведены детальные описания правил. Бхактивинода Тхакур говорит, что главное в нашем баджане сосредоточиться на лотосных стопах Бхагавана, совершать служение ему для того, чтобы удовлетворить его. Это вичар, это наставление. Все остальные наставления, вы не должны есть это, не должны есть это, не должны делать то и это правила, которых много. Но суть заключается в том, что есть одно, в том, что существует видхи, то есть ограничение, то, что делать нельзя, точнее, никшап, и видхи, то, что делать нужно. И основываясь на нишет и витхе, на то есть основываясь на предписаниях и на запретах, основан весь баджан. Это фундамент. Это описано в этой шлоке. Каждую секунду в своей жизни необходимо помнить о Бхагаване.
не нужно забывать о нем. Но проблема в том, что мы не можем помнить о Бхагаване до тех пор, пока мы не обрели любовные взаимоотношения с ним. Если мы пили вино, мы помним о нем, когда у нас болит голова. Если мы любим вино, мы идем вечером, то есть мы весь день думаем о том, как вечером выпьем этого вина. То есть мы любим его, поэтому помним о нем. Если мы любим сына, своего сына, мы думаем о нем, помним о нем. Сын одной матери учился в Америке, и она постоянно думала о нем. Ну, 2-3 раза на дню она звонила ему. Постоянно думала, что он поел, что он делает. Почему? Потому что она постоянно думала о нем. Она постоянно думала о нем, потому что любила его. И точно так же, если вы испытываете ненависть кому-то, вы также будете помнить об этом человеке. Но мы сейчас говорим о позитивных чувствах. То есть любовь и памятование о объекте, который мы любим, не отличны друг от друга. И тут говорится, что мы должны... постоянно совершать киртан и памятовать. Итак, Пурушоттама Врата имеет не меньшее значение, чем Картика Врата. Сейчас идет Пурушоттама Врата, состоящая из 4 месяцев. Когда месяц Бадра запрещен йогурт, в месяц, следующий месяц запрещен, но молоко. Если Пурушоттама Врата затрагивает 2 месяца, то есть если Пурушоттама Врата наступает в момент 1 месяца, мы должны отказаться от шака. Если Пурушоттама Врата наступает в следующий месяц, то отказаться от йогурта. Но что самое главное, так это слушать Харикатху и не стремиться зарабатывать деньги в это время. Нужно отказаться от любой деятельности, которая не связана с преданным служением, и погрузиться в Харикатху и киртан. Это настолько важно, что сам Бхагаван, я вкратце сейчас расскажу из Брихат Нарадья Пураны, это добавочный месяц Пурушоттама Врата. Каждые 33 месяца и 16 дней, 4 часа. Наступает Пурушоттама Врата. Существует 2 вида подсчета
исчисления по лунному календарю и по солнечному. Для того, чтобы их сгармонизировать, необходимо, необходим Пурушот, месяц Пурушотам, это состоящий из приблизительно 29 дней. Материалисты, смарта-браманы не выражают никакого почтения Пурушоттама Врати. То есть они не следуют этому месяцу. На бенгали-санскрите его называют Адимас. То есть добавочный месяц. И считают его грязным, оскверненным. Поэтому в это время не, считается неблагоприятным ни совершение бракосочетаний, ни какие другие ритуалы. Но преданные Бхагаванам, которые вышли за рамки материальных концепций, не видят в нем ничего неблагоприятного. А лишь огромную возможность совершать харибаджан в этот месяц. Нет никаких... В Гите Бхагаван также говорит: материалисты ничего не знают о харибаджане, но хорошо разбираются в деньгах и карьере. А саду, сосредоточенные на баджане и совершенно ничего не знают о материальном, материальных выгодах. Как говорится, материалисты спят ночью, а саду ночью бодрствуют, совершая баджан. И точно так же материалисты отвергают месяц Пурушоттама, считая его неблагоприятным для мирской деятельности. Но саду принимает его как возможность совершать харибаджан еще более интенсивно. Господь говорит: «Я благословляю тебя», обращаясь к этому, к месяцу Пурушоттама. Он говорит: «Меня зовут Пурушоттама, и ты также будешь Пурушоттам, месяцем Пурушоттама, и будешь неотличным от меня». Итак, месяц Пурушоттама очень важен, и тот, кто будет следовать
Пурушоттама Врати обретет Кришна прему. Говорится, что одного такого месяца более чем достаточно для этого, но вся суть в том, что следовать необходимо под руководством чистого преданного. Бхактивинода Тхакур также приводит историю о Драупади. Она была дочерью Медариши. Услышав о славе Пурушоттама Врати от Дурваса Муни, она не придала ему большого значения. Поэтому в следующей жизни она родилась как Драупади, и пришлось столкнуться с огромным количеством проблем. Пришлось жить в лесу. У нее было 5 мужей и еще много других трудностей в жизни. Но Кришна пришел и дал наставление ей и Панчапандавам: вам нужно следовать Пурушоттама Врати для того, чтобы преодолеть все проблемы, которые у вас постоянно возникают. И благодаря их следованию, этому следованию, они действительно избавились от трудностей. Итак, вместе с Пурушоттама очень важен. Не нужно концентрироваться на том, что есть, а что не есть, что запрещено, что можно. Прабхупад говорил об этом. Нужно сосредоточиться на асеве. Один преданный, ученик Шрамана Госвами Махараджа, каждой экадыши постился. И у него... Он очень сильно заболел от этого. Пришлось 1000 рупий потратить на него. Но все было безуспешно. Он ездил даже в лучшую клинику Индии, но ничего не помогло. Мы жили вместе, там он очень меня любил, но суть в том, что пост — это не самое главное. Нужно слушать харикатху. Это главное. Если вы поститесь, и это разрушает ваше здоровье, в таком посте нет ничего хорошего. Я не говорю, что не надо поститься. Поститься надо, если вам позволяет вам ваше здоровье. Прежде я очень часто постился, но сейчас из-за того, что так много служения, у меня не получается делать это. Харикатха гораздо важнее. Она настолько важна, что превосходит важность всех остальных процессов преданного служения. Завтра я в деталях буду говорить о шлоке, о которой я только что говорил. Мы будем продолжать харикатху каждый день. Между тем вы должны совершать киртан. Как в Вриндаване, на Джанмаштами с 12 до 12 идет харикатха, но существуют перерывы на... То есть, как правило, преданные совершают, делают перерывы на киртан. Завтра совершайте киртан. Go on hearing and try to write.